Всем привет! У меня свитер в катышках. Сейчас я расскажу, как я буду его стирать. Я считаю, что в проблеме с катышками нужен правильный уход. Правильная стирка и правильная глажка избавит от большего количества катышек. У меня пальто без подкладки, и оно буквально весь свитер превратило в такое неприятное зрелище. Вот он весь в катышках. Вот. Весь мохнатый. Вот у меня рукава все в катышках. Подмышки. Спина. Свитер у меня шерстяной. Меринос. Для стирки нужна холодная вода. Небольшое количество шампуня. Шампунь неважно какой. Детский, взрослый. Просто небольшое количество шампуня. И столовый уксус 9%. Прозрачный. На литр воды я беру 1/2 столовой ложки. Вот у меня 4 литра здесь воды. Я возьму 2 столовые ложки уксуса столового. Пускаю сюда свитер и оставлю его на 30 минут. Уксус за это время распрямит скатавшиеся волокна, которые не сильно еще закатались, он их приведет в чувство. Уксус очень хорошо действует на шерсть. Она распрямится, раскрутится, и тогда на свитере не так много останется катышков. Все, оставляю. Прошло время. Стираю. Сливаю воду, полощу. Полощу тоже в холодной воде, просто в чистой воде. Ополаскиваю, отжимаю. Вот в мокром виде раскладываю. Даже сейчас видно, что половина катышков уже распрямилась. После сушки и глажки практически не будет катышков, потому что шерсть после уксуса она раскручивается и остаются только реальные катышки. Сейчас сушу, а потом проглажу. Мой свитер постирала. Правильная стирка, и уже катышек гораздо меньше. Теперь нужен утюг, и основная масса катышек просто разгладится. Утюг на шерсть. И просто проглажу свитер. И сразу все катышки просто разглаживаются. Хороший уход поможет долго сохранить шерстяные свитера в надлежащем виде. Даже вот катышки под мышкой, когда их прогладить утюгом с паром, их практически становится не видно. И вот только теперь я убираю катышки, те, которые вот реально видны, что это катышки. Их, оказывается, не так много, как казалось, до стирки. Катышки я убираю вручную, потому что они легко удаляются, и их, оказывается, не так много. Здесь не нужна ни бритва, ничего, потому что основная масса закрученной шерсти раскрутилась во время стирки и глажки. Вот так я ухаживаю за своими шерстяными свитерами. А как ухаживаете вы? Что делаете вы? Поделитесь опытом. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!